свежий воздух, скорость и адреналин. Лыжный марафон «Сокольи горы» в самом разгаре. Участники преодолевают дистанцию в 2,5 километра. Победителем забега стал Денис Дряхлов. Финишировал с результатом 5 минут 48 секунд. Говорит, занимался биатлоном еще в школе, поэтому так уверенно стоит на лыжах. Покатался пару раз до этого, потом выступил в четверг на 2,5, стал четвертым. Потом на 6 километров стал пятым. Секрет успеха – верить в себя и тактическая подготовка грамотно. Также участники соревновались и на более серьезных трассах. Их протяженность – 10, 30 и 50 километров. Все они оборудованы пунктами питания. Безопасность обеспечивали бригады скорой помощи. Бегут они по новой нашей лыжной базе «Чайки», которая была реконструирована в рамках нашего федерального проекта «Спорт. Норма жизни». Спортивный объект, на котором все жители города могут заниматься спортом. И, соответственно, спортсмены показывают свои лучшие результаты. Спортсмены уверены, перед гонкой нужно хорошенько размяться. Процедура займет не более 5 минут. Важно разогреть все группы мышц, но особое внимание стоит уделить суставам и позвоночнику. Морально, физически готов. Я пройду эту дистанцию прям вот насколько сил хватит. Сам главное дойти. Я как бы не из лучших, но приду не последний. В соревнованиях приняли участие порядка 900 человек. Лыжники приехали не только из 120 городов и сел России, но и из Казахстана. Все они бежали в свободном стиле. Вообще первый год стою на лыжах, поэтому только вливаюсь, так сказать. Тренер помогал, ставил технику. Еще, конечно, далеко до идеала. На некоторых смотришь, как лебеди плывут. Будем стремиться. Для осуществления хронометража во время гонок используется специальный электронный чип. Каждый участник должен закрепить его самостоятельно. После соревнований спортсмены получили медали, грамоты и подарки. Ксения Баканова, Николай Епифанов. События.